Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фрей Дэвис Плей, мы продолжаем играть игру под названием Bright Memory, или по-русски это яркая память, по-украински это светлая память. Как-то звучит как-то, как будто поминалка какая-то, ладно. Первая серия получилась длинноватая, и мы там прошли первую и вторую главу, кажется. И что есть логично, мы будем проходить третью главу. Посмотрим, что нам грозит третьей главе. Или это четвертая будет? Ух ты, блядь! Как все быстро. Глава какая? Алло. Не помню. Короче, нам тут машинку где-то подогнали. Я видел. Эх, блин. О, винишка. Опять. Что за? Ты кто? Ты кто? Да ты, блин, офонарил. Взорвется? Нет. Это самое. О чем это я? Так. Трамплин пошел. Подогнали машинку, где-то я видел, на вертолете вели. И вообще я забыл. О, начинается. Вот так. О, снайпер. И вообще я, короче, забыл, как не играть, потому что я не играл 4 дня. Ах ты, слышал. Ах ты. Ах ты, ах ты. Ах ты, ах ты. Никого? Все, нормально, что тут можно было взять? И, короче, я тут позабывал много чего. Ух ты, тихо, аккуратненько. Ага, подожди, встань, я помню такое. Не понял, не то. А на гру... Так, это... Это. Ага, вот тихо, не падать. Ага. Что-то я подзабыл немного, ладно. Нам надо прыгать через... Ага. Понятно, по крыше. Ах ты, получи. Ой, не попал. Получи. Получи. Не получил. Получи. Ага. Получи. А я ж мог по крышам. А хуй там. На, в ногу мне. Пол кишки. Вместе с ногой отлетело. О чем это? Короче, я долго не играл. Отстань. Не мешай. Тут должны быть это статуи. Статуи. Статуи нам нужны для улучшения. Тихо. Ага, нормально. Статуи нам нужны для улучшения наших способностей. Патроны нам нужны для того, чтобы перестреливать. Я помню, что вот это очень мощная штука. А здесь еще можно как-то с мощного стрелять. Это мое. Что-то дают слишком много патронов. Это обычно не очень, не есть хорошо. Тихо. На. На. Еще есть? Ага. Тихо. Где ты? Ага. Не понял. Какая граната сюда докинуть? Это очень тяжело. Где ты? Ага. Ага. Еще. Где? Не понял. О, вот статуя. Статуя. А у статуи нету что? Правильно, глаза. Вот такая тут зараза.
Что за? Не понял. Я не понял, алло. Это сзади или снизу? Она. Где он, сука, есть? Где-то снизу будет. На. Улучшение. На. Ты какой? На. На еще. Толстый. А где мой кар? Мой суперкар. Где улучшалки? Кто? Откуда он? Меня пока не попадут, я не... Во-первых, раз. А во-вторых, два. А хуй там, ну ладно. Тогда вот так. Где лов-то, ёпта? Хе-хе-хе-хе. Беречь надо яйца с молоду. Прикрывать надо яйца с молоду. Ты можешь потерять. Да вы задолбали. Четыре, блин, патрона никуда. А туда мне можно залезть было, нет? Ой, это что-то надо разбивать. Нашел чем разбивать, правда? Ну ладно. Как-нибудь разбил. А, ой, еще тут может быть что-то. Ой. То, я думал, можем пройти. Ладно, хоп-хоп. Ладно, прохладно. Тут нельзя тоже, да? Да. Опа-на! Вот я думал, застрял. На! На! Что такое? А, все. О, еще. Почему я не пойму, все брать на F? Нельзя так, чтобы брать на... Я не знаю, что такое. Не на F, а на E. У меня на ЕК ничего нету, да? Да. Давай. Тых-тых-тых-тых-тых-тых. О, е! Это сделай чё. И чё, прям ездить буду? Да ну нахрен. Я плохо вожу. Окей. По воде. Фигаси. Защитил ебанские брызги, сука. Извиняюсь. Весело. Управляется только машина. Бред. Ебан. Так как можно попасть, если она не управляется так? Ну, мышка не просто, она рулем управляется. Блять, какой идиотизм. Тут зачем этот? Ладно. Ускорений тоже нету. Бля, едем и едем себе. Тихонько. Нахер вообще ее сюда всунули, я не пойму, вот это, блядь. Что попало? Честно. Да на, ёпта. Вау. Что, ты тоже развалился? Да походу, да. А, не, вот он. Ну еди, бой, что такое? Движок стал. Ехать не хочет. Ладно, я его отпущу, чтобы меньше тут получил. Да что ты? Вот бред. Вот тараканы. Ты. Ёпрст, блин. Вот, ну это же. Бред. Честное слово. Шо попало? Это. Такой геморрой. Чего? Поехали. Да, тоннель. Не надо, не ломайся. Еще 36 секунд, 34 секунды. Тихо. А-а-а-а.
Хватайся, ёпта. Ух, схватилось. Это я теперь буду по этому, по крыльям бегать. О, самолет. Интересно, а ты выдержишь? Или не выдержишь, а? Так ты охуел, блядь. Блядь, выдержал? Не выдержал. Да, заебись. Открыть как? Или мне надо? Ага, понятно. Hello, motherfucker! Ты там? Пошел ты в пизду. Нахуя я перепрыгивал? Как классно. Это у нас четвертая глава будет, да? Правильно получается? Тут спинка неудобная. Первобытный поток. А глава? Или это под главу? Или тут вообще глав нет? Я уже забыл. Ёпта. Да нет, была третья. Вы чё? Нихуя себе. Вау! Вы, блядь, кто такие, нахуй? Хрена себе. Слышишь? О чем я не понял? Я что-то реально не понял. Слышишь? Тихонько. Переключаем. А чё? Патрончики. Один готов. Второй готов. Охренеть. Тут что-то было. Я, бля, в шоке. Еще? О, статуя. 8 статуя у меня уже. Нету? Все, патронов нету. Ой, неожиданно, однако. Так, подожди, и... Давай, 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 шо мы улучшим? Шо мы улучшим? Это у нас шо? Так себе, конечно, улучшение. А где у нас... Нет. А, это все, это на максимум, да? Да, это на максимум. Да такое. По идее, это интереснее, чем то. О! Вот это. Раз, два. Годится. Вот это интересно. Это интересно. Это... Развит. Так, после улучшения радиуса импульса на 20% увеличивается. Хорошо. Это что, притяжка. После улучшения радиус луча увеличивается на 20%. Такой же, что и там. Секундочку, время устранения. Нажмите и удалить. Время ускорения. Да. И да. Назад. А у меня один еще остался или что? Да, еще один. Это на что? Вот это интересно. А, ноль. Был вроде один. Вот. Время лучше ускорения или что? А, во. Еще лучше? Вот это да. Ага, понятно. Это именно все, я понял. Раз. Раз. Так, а подожди. Если... Ага, все понятно. Тебе ж можно и не бежать именно, да. Так, тут у нас... Наверх. Сейчас, что у нас здесь? Ничего, ладно.
Раз. Хуй. Раз. Раз. Залезли кое-как. Крюк. Хуюк. Да ладно. Я туда не допрыгнул. Что-то вообще на краюшек. Кто здесь? Я только заметил, тут камни летают. В принципе. Да понятное дело. Без граппл тут не обойтись. Мое. Мое. Тут берем. Тут ничего больше нету. Да? Да. Это, конечно, поза. Ой, поза. Позиция держания. Ну, ну, отебись, отебись. О, это после против них вообще ничто. Хо-хо-хо-хо! Хи! Там не перепрыгнет. Ох ты, блин, какой, слышишь? Ты меня немножко перепугал даже. Я бы тебе сказал бы. Нереально перепугал, додумался, что, сука. Этот не додумался. Подожди. Подожди. Самое крутое лишь. А что с ним? Че его током ударил? Фигурки где? Что такое? Разблокировано. Окей. А смысл? Ну разблокировано, а толк? У меня нету чего. А, вот дали. А когда я взял? Не понял. Не, давай вот это. А когда я взял, действительно, не понял. Ладно, я походу где-то какую-то информацию похлопал. О, взял еще раз. Наверное, походу так на фонарь. Тут ничего, тут ничего. Блин, ну камни летают, это стрел. Ом на вау. Ты что думаешь, я тебя не вижу или что? Подкрался незаметно. 111 штук. Ух ты, ёб парасете. Тихонько, не стреляйте в меня. Сейчас я этого сюда приподна. Ты чё такой быстрый, блядь, алё? Я не понял. А? Ты чё такой быстрый, а? Ты чё такой быстрый? Ты чё такой быстрый? Я так еще могу сделать. Ты чё такой быстрый? Ты чё такой меткий? Да на тебе. Интересно, я смогу отбить его этот самый? Да, могу. Ух ты, елки-палки, я думаю, что-то это самое. Что он сдох, а он не сдох. Он еще и прыгал на меня. Так, здесь у нас ничего нету, да? Ничего нету. Вот здесь. А тихонько. Трюк. Ух ты, ёпта. Опа, опа. А статуя? Нет статуи. У статуи нету глаз. Тихонько. Кто там? Его подбили, походу. Хопа. Сейчас он везде перезарядится. Перезарядится. А, тут всего 9, ёпты. О, 80. Хе-хе, гуляем. Сейчас на вылазит. И ех! О, статуя. Я думал, их сразу толпа будет.
Ля. Никого. О, тут нам вылазит. Опять никого. О! Понесла жираф. Я думал, ты откинулся, алё. Хотя, не успел. Ай-та-та-ри-та-та-ри-та-та. Да я тебе сейчас покажу. На. Ай-я. Ага, засал. Нормально, нормально. Вот это пулемет, автомата пулемет. Тихо, подождите. О, годится, ничего не взял. Печально, это мое. Я тоже ничего не взял, почему? Бля, все, его всего хватает. Ого, 650 пулек. Ёпта, я думал, тут появляется. Она, тихо, тихо. Это чё такое? Это что за... Мне кажется, блок мой не поможет против него. Ай-я! Ох ты, бля, как неожиданно, а? Ну еби, хоть разочек. Правда, я чуть не сдох. А так нормально. Охренеть. С одного удара вся жизнь. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Тихо-тихо. Чё там? Двоих сразу? Да, двоих сразу. Какие вы долгие, ёпт. Светлячки. Ты оживать не будешь? А, ёпт, я ж этими стреляю. Так, о, тут аж они были, да? Да, тут патрошки были. Сейчас. Ма. Наверное, походу они там были. Какое разочарование, однако. Ой, блядь. Сука, нельзя так пугать. Чуть коня не двинул. Блин. Все, блядь. Я думал, уже кто-то такой, блин, таки идет. Ай-я-я. Ух ты, бляха. Ху-ху-ху-ху-ху. Гуая. Фуля. Фуля-не. Фуля. Где он там? А, он с одного удара. С одного удара. Фу-ля. Не? Фу-ля. А, не долетает. Все, долетело. Это что там? Это что там, снайпер? На. А, я забыл, у меня что-то есть. Вот такая штука, их 8 штук, нет, надо беречь. Это надо беречь. Шняга прикольная. Так, вот это. Нет, вот это. Тихо, тут же надо не забывать бегать, собирать, ёпт. Что я вот побежал. Побежал. Статуя. Так хорош, блин. Это мне не надо. Побежали дальше. Тут-то наверх. Хоп-хоп. Тут ничего. Здесь ничего. Здесь ничего. Бежим дальше. Не обращаем внимания. Нормально. Живем. Вау-вау! Это так быстро он. О, так близко он был. Ах, локоточек зачесался. Это я так. Слышишь ты? Да иди ты на. Я бы, конечно, это сам. Что такое? А, ты завис. Я сейчас вот так сделаю. Не против?
ты, блядь, спустись с небес на землю, алё. Да откуда вам столько наберутся? Ничего. Уи. Статуи нету. Shelia, I've detected a jamming signal from a nearby building. Тут вообще-то камни летают. Так, ищу. Да, есть. Это у нас что? Подожди. Вот это, а это... Да тоже неплохо. Четыре разлоки. Давай, ладно. И два улучшить. Максимальная дистанция увеличивается на 40%. После улучшения урон от удара волны и максимальной дистанции. Okay. Ладно. No contact from Wake. I'll let you know if anything changes. Тут, блядь, камни нахуй. Ох, не долечу, блядь. Они не просто вращаются. Аля, оп. 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 Во. Моё, моё. Не заебывайте. Не хочу я с вами долго учиться. Три потрошки осталось. На. На. А как это? Ты, блядь, стрелял вообще в другую сторону, алё. Охренел, блин. Он вообще прямо туда стрелял. Какого хрена у меня прилетело? Чё за физика, блядь? А? Ёпты. Я вас спрашиваю, выявили камни. Аля ап. Аля ап. В принципе, не на время. Аля ап. Хрена себе. А сразу нельзя было? А-на-на-на-на-на-на-на. А я еще вот так могу. Хуй на него не работает. Ну ладно. А ну проверим. Супер-пупер удар. Слышь, ты там. Не долетает. Я бы тебя допрыгнул бы. Ну ладно. Нету смысла. Хоч. Резон с этих чуваков. Ой, показалось. Директор Чен, I've arrived at the plaza. I can see a structure. That'll be Shen Kong Pavilion. That's also where the enemy is. Check it out immediately. Ух ты, ёшки-мадрёшки. Ача-ача, дай чуть-чуть левее. Отлепитесь. О, вот это вы, блин, вообще зря, парни. Да беги, ёпты. Тихо. Вот это. Вот это. А чё они переключились? Ага. На! На, 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 на. О! Да беги, беги, беги. Быстренько беги. Все, побежали. Так, теперь мне надо вот это и вот это. Годится. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Молчать. Стоял на мел... Запутался. Стоять, бояться. Бояться стоять. Стой, бойся. На. Ты там не нервничай, алё. О, да ты вообще напугал меня. Ты тут вообще нет самое. Не в тему. Еще кто-то? Не дольет? Не дольет? А если я сделаю вот так?
потом вот так. А потом вот так. Не попал я в него. А если вот так? А вот так попал. Знаешь что? Вот что. Ёлки-палки, начинается. Потрошки, потрошки. Тут нет потрошек, нет потрошек. А что, тут только одно место было с патронами? А, вот еще. Так. Статуи нету, да? Нету статуи? Статуи? Вот это ты летала за мной все время. А, молодец. Че? Оу, два. Оу, целых два. Yes. Я что, улучшил? Да. Хотя тут в основном, конечно, пульками. О! Сука, какой быстрый. Ага, ты этот мир не изменишь. Невозможно, блядь. Многие пытались. А-ля-ля-ля-ля. А-ля-ля-ля. А что это за хуйня, блядь, танцор, сука, диско. Ты чё, вообще бессмертный, я не понял, или чё? Да, подай. А у меня тоже есть, смотри. Приколы. Где ты делся? Смотри, у меня тоже есть, видал? О, какие классные, да? Чё так добавлю? Эх, не хватает, ни хрена нету, кончилось. Да ты охренел. А, подожди, у меня такое еще есть. Да тихонько, ну чё ты, я ж девочка, мне больно. Говорю, больно мне. Слышишь? О чём? Я тебя вижу. А чё? А чё, переключилось? Я думал, закончилось. Говорю, девочка я, блядь. Не, блядь, а просто девочка. Закончилось. Нет. У меня еще такое. Сейчас, смотри. Пиу. Пиу. Ой, не попал, блядь. Прям между ног пролетело. Где ты? А, все, да? Печально. Ладно, у меня есть вот такое. Сейчас я переключился. Опля. Опля. Как-то так. Чё, всё? А, нет. Начинается. Духи того света. Блять, вообще. Ну просто выражение лица моего сейчас не видите, я в шоке. Ебать, кулаком. Ты что, много рук? Да ладно. Охрень. Ох, ебать, да хуя рук. Ты в пиз. Я потратил все на тебя изначально. Ты вообще охренел. Сразу не мог, блин, появиться. Вот это жопа. Хрена себе. Лежи. Опа. На, блядь, съешь, сука, задолбал, блядь. Где ты есть? Ой, он исчез.
ты охренел так быстро перемещаться? О-о-о! Закончилось все нахрен. И тут они это, да? О-о-о! Мазалтов. Тихонько. О-о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 . И тут ничего нема. И там ничего нема, да? Ух ты, сколько всего! Нихера себе! Да тихо, что ты делаешь? Хуя ты это пыхаешь? Вау, змея, ёпты! Да иди ты! Вот это было неожиданно. Ну, по крайней мере, я нашел, где все валяется. Надо изначально туда бежать. Да. Пособирать там все. Все, он пока раздуплится. Быстро раздуплился, блядь! Ну, змея, конечно, для меня неожиданность. Тихо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля, воробей там. Видел? Тихо. Ну, давай! Да ёб твою... Ля, зажал, слышишь? Да иди ты в очко, нахуй. Охуеть, заебись. Тоже, конечно, молодцы. Поместили в таком месте, блядь. Боеприпасы. Вот, блять, умницы, сука. Чтоб вас руки росли, блядь, с нового места. В следующей жизни. Да иди ты в аху, блядь, не в то. Че ты такой здоровый, блядь? Нихуя себе, что ты быстро начинаешь пиздячить, блядь. В прошлый раз ты как-то поменьше. Ты это самое наносил. Фу-ху! Где ты делся? Лежать. Отдохни. Спокойствие. Только спокойствие. Вот тебе бесит меня. Колокол ебаный. А ему хоть бы хны, да? Вообще похуй. Реально похуй. Ага. Есть такое дело. Тебе там не прилетало, блядь. Че эта птица заебала, блядь? Ай-я-я. Ой-ой-ой-ой-ой! Там мне пизда, блядь. Пфф. Охренеть можно. Ох. Это будет долго. А я ж не на самом легком, да? Ну да. Иди в пизду. Что ты такой быстро нападаешь? 15 пулек у меня всего на. Закончилось. Ты шо? А я не могу его отбить. Ага, вот так вот, понятно. Так, подожди, тут где-то вот. Снаряды. Бежали дальше. Подожди, вот это. Ага. Убивать все на свете. Ладно. Да ж в чем дело, блин? Че такой, сука, меткий падла, а? Я тоже хочу. Иди в пизду, блядь. Да что за змей, сука, такой, Горыныч, нахуй. Ты ж охуел, блядь. Ааа, закончились патрошки эти. Интересно, веселые. Вау. Патрошки. Побежали дальше. Вот. Вау. Блин, хоть бы какое-нибудь автосохранение было. Твою мать, началось веселье. Пизда мне сейчас будет, нахуй. Я не вижу нихуя.
давай, двигайся жопой. Жопой шевели булками, блин. А если я вот так сделаю? Хуй, не то нажал. Да ну нахер. О, Василий. Ох, ебать. А, у меня еще вот тут. Нет, 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 не то, сука. Да опять не то. Да блин. Какой долбоеб сделал, сука. Да сдохни уже, блядь, быстрее на. Заебали, блядь. А-а-а! Закончились. Веселуха закончилась. Тут тоже птичка ёбаная задолбала. А ну переключись. О, да, детка. Вообще похер, блин. Слушай, Валь. Тия. Окей, тия, блин. Змея задолбала вообще именно конкретно. О, песочные часы. Или это не песочные? Нет, не песочные. Это водяные. Не трогай! Только не говори, что профессор этот. Чикаков, блин. It's been a while, Shelia. To think we'd meet like this. The primordial flood is almost empty. Once it's all been poured out, a new world will be born. Слышь, мужик, я тебе пальцы отрежу и ухо засуну. Will become the ruler of the new world. What? Ага. Shelia, hold on, I've got you. Так ты сейчас, блядь, рухнешь, походу. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 разбивай. Разбивай нахуй эту хуйню, блядь. Вот и все. Вот и все. Да, вот и все. Я так понимаю, закончилась вторая часть. Ну, в принципе, конечно, прикольно. А, да ладно, что вернулась назад? Во времени, получается, то были часы времени. Пески времени? Ну? Все, да? Да, все. Ну, мне кажется, первая часть поинтереснее даже была по самой графике, честно. Здесь как-то напичкано вот много всего, и оно вообще не надо, честно. А так, и мне кажется, ну это опять-таки графика, сами лица были более естественные. А так, в принципе, игра интересная, экшен такой необычный. Он не, нет такого сравнения, вот с чем его сравнить. Вот действительно, вот создал так создал. Ничего не скажешь. Ну, поиграть можно. Это не то, что, конечно, как Ведьмак, типа, проходить можно несколько раз. Ну, во-первых, быстрое, да, там в две серии вложились. В принципе, ну, если вот из 10, с десятки судить до баллов, ну, наверное, восьмерку я поставил. Да, восьмерку я поставил. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И заходите почаще. Будет много-много интересного. А, колокольчик, вот, чтобы заходить почаще. Все, всем пока. Bye.
Bye.